Доброго дня, дня вам всем, добрые наши волшебники. Спасибо всем за, хочу сказать, кто откликнулся Аюте. Скажу в двух словах, что Аюта отправлена в Алабай Хелп. Все новости будут в следующих роликах. А сегодня у нас ролик о Грише. О Грише было у нас несколько роликов, но почему-то именно Гришка, не знаю почему, но не затронул ваши сердца. И последний ролик, ну вот честно, было собрано всего 4000, хотя операция у нас вышла где-то в районе 25, и от этого больно. Больно, что мы спасли Гришу в таком состоянии, с переломом позвоночника. Наши чудо-врачи, волшебники сделали все возможное, и Гришка ходит, и от этого на душе радостно, но радость-то она всегда чем-то омрачается. Дорогие мои волшебники, я хочу, чтобы вы каждый послушали именно мое голосовое о судьбе Гриши. Гриша до сих пор находится в клинике, так как у Гриши идет атония мочевого пузыря. Что это? Многие можете прочесть на просторах интернета, но это не так все хорошо, как бы нам этого хотелось. Гриша ходит. Гриша замечательный мальчик, его любит вся клиника, спасибо им огромное. Но я хочу, чтобы вы каждый услышали боль Гриши. Она такая же и моя боль, потому что я переживаю за каждого своего пушистого ребенка, но почему-то вот Гриша, я говорю, не затронула ваши сердца. А для меня Гриша – это боль. Боль, которая на протяжении уже нескольких месяцев живет во мне. И у Гриши есть куратор Ольга, спасибо ей огромное, которая единственная почему-то прониклась к судьбе этого пушистого ребенка, но Оля одна не в состоянии помочь оплачивать Гришу. Она посылает регулярно помощь. Вот, спасибо, Олечка, вам огромное. Мы с ней общаемся в WhatsApp. Ну, в общем, что я хочу сказать. У Гриши это не мочевого пузыря. Он пошел при всех своих травмах. Наш пушистый ребенок ходит, но на 9 число Гриша назначен на МРТ. Есть два пути разрешения нашей ситуации. То есть Гриша сам от слова совсем не ходит в туалет. Он не мочится, у него не работает мочевые каналы. Идет атония. Это может быть из-за перелома позвоночника. Почему нас отправляют на МРТ? Потому что только МРТ может показать, что, возможно, при переломе позвоночника какой-то один из корешков мог надавить на мочевой пузырь. И таким образом началась у Гриши такая вот атония. И если на МРТ покажут, что это действительно связано с переломом позвоночника и что там задеты вот эти корешки, то, конечно, Николай Николаевич проведет операцию Грише, и как и Максиму, и Гриша начнет самостоятельно ходить в туалет. Если же это не связано с травмой, то у нас есть разрешение этого вопроса. Все помните товарища Николая Николаевича, который приезжал с Москвы, оперировал Максима. Он единственный пока в России, единственный в России, достает с Америки микрочипы, которые вживляются в мочевой пузырь, и собаки самостоятельно начинают писать. Просто атония мочевого пузыря может закончиться в конечном итоге летательным исходом. Мы такая большая дружная семья. Наш Гришка уже много тоже пережил. Он достаточно длительное время находится в клинике. Это тоже финансово тяжело. С опорожнением мочевого пузыря
в сутки Гриша мне обходится где-то 2800. С лечением, с питанием. Но вы посмотрите на этого удивительного, замечательного мальчика. Он же прекрасен. Он прекрасен во всем. Он очень умный. Он очень покладистый. Почему-то тоже не нашлись Гриша ни мама, ни папа. Ну давайте всем миром сейчас хотя бы поможем Грише. Первый этап – это нам надо сделать МРТ. МРТ мы уже записаны на 9 число, на 3 часа дня в Москву, на МРТ. И уже только после МРТ будет понятно всем, что нам делать дальше. Потому что установка микрочипа, я вам сейчас сразу скажу, сам микрочип стоит 80 тысяч. С установкой нам обойдется где-то 1100. Но я пока об этом даже не думаю. Если будет все вот так вот, именно связано с чипом, это тогда будет уже отдельный ролик на Гришу. Сейчас я хотя бы прошу вас всех откликнуться и помочь свозить Гришеньку на МРТ. Моя такая большая дружная семья. Посмотрите в глаза этого ребенка. Мы уже столько за него боремся, но почему-то, я говорю еще раз, там, почему-то на Гришу как-то люди молчаливо смотрят ролики и не помогают собаке от слова совсем. И знаете, так вот больно и обидно, я не знаю, чем не затронул Гриша. Это удивительный пес. Мои такие добрые, милые волшебники. Давайте поможем Гришу свозить на МРТ, понять причину Гришиных несчастий и дать Грише шанс жить дальше долгой, счастливой собачьей жизнью. Потому что, еще раз повторяюсь, от анемии мочевого пузыря к хорошему не приводит. То есть это собака, которая может прожить в течение года и уйти на радугу. Я прошу вас каждого посмотреть ролик, послушать, прокомментировать, поставить лайки, поделиться с друзьями в соцсетях. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.